Здравствуйте, уважаемые пользователи интернета и любители продукции Bang & Olufsen. С вами канал Bang & Olufsen Rus, и меня зовут Илья. Перед вами сейчас коробка с новым пультом Bang & Olufsen под названием Bio Remote One. В дальнейшем я буду называть его для простоты Bio One. Итак, в ближайшее время вы столкнетесь с такой ситуацией, что захотите поменять ваш пульт Bio 4, который служил вам верой и правдой, на вот такой вот красивый, весь алюминиевый новый пульт Bang & Olufsen. И придя домой, раскрыв так коробку, встав в батарейки, вы захотите включить ваш телевизор, который все время был под управлением могучего и знаменитого пульта от Bio 4. Ну, как видите, как бы я ни пытался нажимать на любые кнопки, переключать всякие режимы, не получается, не работает пульт. Возможно, не работает телевизор, давайте проверим, возьмем проверенный Bio 4 и попробуем включить. Что в итоге получается? Телевизор работает, отлично. Нажмем DVD, DVD тоже работает. Итак, давайте рассмотрим, что нужно сделать для того, чтобы ваш пульт заработал. А я напоминаю, что для подписчиков скидки в магазинах Bang & Olufsen Смоленской улице, дом 3 и в Крокус Сити бутик номер 69. Будем рады увидеть вас. И начнем с истории. Пульт Bio 4 начал выпускаться с 1994 года. И с тех самых времен Bio 4 управляет целой армией телевизоров, начиная с кинескопных, заканчивая плазменными и жидкокристаллическими. Все эти прекрасные телевизоры есть у нас дома, и мы их любим и управляем нашим пультом Bio 4. Но с появлением телевизора BioVision Avant появился новый пульт Bio Remote One. И этот замечательный пульт можно приобрести в свободной продаже с апреля 2015 года. Давайте рассмотрим вариант управления на телевизоре BioVision 7 и пульт Bio One. Зададимся, так сказать, вопросом, как перевести наш замечательный пульт Bio One в режим Bio 4. И для того, чтобы это сделать, нам нужно зайти в настройки пульта. Для этого нажимаем на кнопку «Лист» и спускаемся вниз до раздела «Настройки». Вот мы заходим в настройки. Здесь в настройках ищем расширенные. Заходим в расширенные. В расширенные заходим в устройство. В устройство заходим в демонстрационные. Почему так называется пункт, непонятно. Ну, наверняка такой перевод. Здесь заходим в демонстрационные. Видим галочку где BioVision. Надпись, ее можно оставить, можно убрать, это все зависит от того, если будете этим пользоваться. Находим раздел Bio 4 видео, ставим галочку. Я себе для себя поставлю еще Bio 4 аудио, потому что есть музыкальный центр, которым я хочу управлять. Если у вас только телевизор, эту галочку ставить не обязательно. Возвращаемся обратно, подходим к телевизору и пытаемся включить. Но здесь есть одно но, нужно пульт переключить в режим Bio 4 видео. Если увидите сейчас над словом подставка и написано BioVision, это стоит в предыдущем режиме. Здесь мы выбираем Bio 4 видео, и теперь, когда нажимаем кнопку лист, сверху написано Bio 4 видео. Теперь мы готовы управлять этим телевизором. Нажимаем кнопку ТВ, и здесь небольшая досада. При нажатии ТВ у нас автоматически включается раздел DTV. Это еще один нюанс, который нужно учесть при настройке пульта. Теперь мне надо поменять кнопку DTV на ТВ, чтобы было как на старом пульте. Опять заходим в раздел
тут обязательно нужно выставить Bio4, чтобы у нас именно стоял раздел Bio4, иначе мы кнопку не сможем поменять. Заходим в настройки, опять заходим в расширенные. После заходим в устройство, в кнопки. Здесь уже заходим в кнопки, и так как мы уже настраиваем кнопки Bio4, мы оставим тот раздел, который мы выставили. И здесь мы ставим кнопка ТВ, присваиваем ей то, чем она будет управлять. Это, кстати, один из вариантов, как использовать кнопки в Bio One. Это, кстати, тоже удобная функция. Все, теперь мы нажимаем кнопку ТВ, и кнопка ТВ именно включает кнопку телевидения. Нажимаем на ТВ, и что мы видим? Все, наш пульт Bio One волшебным образом начал работать с телевизором BioVision 7, который, в принципе, не знал о существовании этого нового пульта. Проверяем DVD. DVD также прекрасно работает. Проверим другие кнопочки, паузы, play. Как это осуществляется, все работает, все прекрасно. Теперь вы знаете, как заставить новый пульт работать на ваш и на ваш телевизор. Причем, при всем при этом великолепии, ваш пульт Bio4, он также останется, точнее, будет также прекрасно управлять, как управлял, все его функции будут сохранены. Поэтому вы можете пользоваться двумя пультами, если у вас будет такое желание. А на этом я буду заканчивать. Это канал Bang & Olufsen Rus. Меня зовут Илья. Ставьте палец вверх, если вам понравилось или было полезно это видео. Пишите комментарии и вопросы. Всем большое спасибо за уделенное внимание. До скорых встреч. Пока.